она, сейчас, секунду, 29 мая 2018 года. О, летучие мыши. Харьков, 20:46. Снял, когда над горизонтом она поднималась. Нет, ну не касалась, уже чуть выше была. Просто не успел. Момент касания. Она ужасно выглядит, когда на фоне деревьев просто какая-то монстроидальная. Почему такой эффект? Ну, она когда вылезала, она такого же розоватого цвета была. Сейчас уже я смотрю, она какая-то коричневая. Ну, желтая, я когда приближаю на объективе фотоаппарата, она такая прям неприятно коричневого цвета. Сейчас 400 тысяч километров до нее я сегодня смотрел. 400 тысяч — это практически максимум. Там, по-моему, в апогее она 400 тысяч 50, что-то такое. Ну да, ну просто такое чистое небо, я не выдержал, не вынесла душа поэта, я со смены пришел и поперся. Ну не так, чтобы совсем тихо, ветерочек есть, но вот я сейчас стою на самой этой высшей точке за окружной, ну тут то, что рядом со мной. Итак, ну есть ветерочек, но не такой, чтобы сильно. А ты, подожди, а ты где сейчас находишься? А, ты работаешь. Тут-то ты... А ты на запад посмотри, ты не видишь на закате, но у тебя, наверное, не будет, ты далеко слишком от нас. Как раз вот на закате солнца облака такие довольно какие-то перьевые, не перьевые, какой-то эффект такой визуальный создают. А, тебе не видно, да? Не, ну... Когда, ну вообще да, господи, сколько они могут быть? Максимум километров 10, да, там, перьевые какие-то. Сейчас должно у тебя на западе Венера вылезти. Я что-то не вижу до сих пор. О, по-моему, самолет летит. Сейчас у тебя над Луной... А, ты если на западе не увидишь Венеры, то Юпитер должен вылезать на... Справа и сверху от Луны. И что-то его по сей упору не вижу. Ну ладно. Чуть. Не, ну сейчас ничего не... Ну у тебя, конечно, чуть восточнее, у тебя должно быть пораньше. Ну ты же восточнее находишься, у тебя хоть на чуть-чуть, но пораньше. Все нормально. Да хотел всех позвать, они вчера так уходили, что в отказ ушли. Говорят, никогда. Танюха предлагала на велике поехать, но я говорю, ну потом по темноте это будет неприятно. Да есть там что-то валяется, этих фонарей огромное количество. Не, вообще обалдеть. Вот это сейчас я смотрю на Луну, в этом увеличении. Да, это все моря эти видны просто прекрасно. Я, по-моему, даже такой четкости не видел. О, все, я вижу Юпитер. Вот если у тебя Луну, ты на Луну смотришь 45 градусов вправо, пошел. Вверх. Вниз, куда вниз? У тебя она над горизонтом должна быть. Ну как я тебе? Угловые размеры. Ну, поставь две ладошки на вытянутой руке. Будут тебе. Увидел. Ну, две на...
Ну, 20 диаметров лун, знаешь, это тяжело. Две ладошки поставь, будет тебе. Ну, нашел и нашел, хорошо. Сейчас я пытаюсь ее на экранчик. Сейчас я пытаюсь ее на экран поймать фотоаппарата. Очень маленький. Я вот сейчас вижу глазами этот Юпитер, и я не вижу его на экране у себя фотоаппарата. Я его пытаюсь... Не, ну, во-первых, кратер, оно и сфокусировалось хорошо. Сейчас будем пытаться. Сейчас оно по мере того, как темнее будет становиться, оно станет единственным. О, черт, комары. Так я в поле стою. Откуда комары? Давай, давай. Давай. Да, да, да. Ну, по крайней мере, завтра так, а потом я не знаю еще. Не. Ну, нужно было просто к определенному времени, чтобы все было сделано, вот и пришлось. Да, да. О, и Венеру уже вижу. Зараза, что ж. Ну, а Венера где? Ну, на западе. Только 45 градусов только отсевшего солнца и уже влево, вверх. Давай, пока, пока. Так, ладно, вернемся к нашим. Или не вернемся, ничего не вижу на экране. И фотоаппарат тоже не видит, не сфокусироваться. Не видит, на чем фокусироваться. Ладно, не будем мучить. Венеру поймаем или не поймаем. Так, значит, ориентируемся. Два вот этих дерева. Венера, в принципе, более яркая. Комары, ну ладно, комары. Поснимаем комаров. Ладно, попытаемся минуты через 4.